Всем привет, друзья! Сегодня мы поиграем мини-теннис. Давайте за это поиграем персонажа. Мне понравился больше. Я, кстати, уже формат создал по видео. Ну ладно, давайте. Понятно. Знаете, я могу просто так побегать тут. С матповинкой, ну. Где противник? Где он? Где противник? Во. Ну на, кто кидал? А, видно, это на его канале. Ну сейчас будем искать. Типа такой было у мистер Спринка Трамп видео. А, видно, это на его канале. А кто думал, на каком канале еще? Ну кто вот думал, что это должно было на каком-то канале быть? Вломали еще, да. Ну да, мини-теннис. Видно, это на его канале, что. Давай! Давайте, можно что-то придумать вроде. А что они, значит... Ну, а вот как. Сейчас посмотрим. Бросай. Снег. Реплей уже вышел. Это да. Глюпи. Он синий, он сильный мальчик. Нервозливый. Страшно тебе? Он синий, он сильный мальчик. Ты отлично, что ты синий мальчик. А что ты синий мальчик-то? Опа! О, да, молодец. Так как же? Опа, наконец-то. А это жду, что-то не начинает вообще. Чего? А что ты не начинал? Еще что? Скажешь мне какую-то фигню, да? Играть будет плохо, да? Объясни мне, да? Да, хочешь плохо играть? Ну давай. Мини-теннис, давай играй. Давай. Давай, пуляй же. Пули свои вешай. И хозяйка пули свисели над головой. Ах, сапоги, а сапоги над головой не свисели. Йох. О, вот как. Так это вот так он работает. О, так вот я все обучил. Сидите и учитесь, как нужно делать. Дела, да. Такие у тебя, конечно, дела непростые, люди. Убить ребенка. Отпусти ребенка! Вожатая женщина просит ему, короче, отпустить ребенка. Вот почему-то он не отпустил, конечно. А ты кто такая, типа, да? Да как-то же бомба. А что там показывает? Сделай таракан, бегу.
что не нажимается-то? Хороший вопрос. Короче, ой, я когда ехал в автобусе, я уехал в другой город, но это я уже далеко в городе каком-то другом, но это не тот город вообще, а другой на самом деле, подалёкий. Я, кстати, в автобусе смотрел, смыл в унитаз девушку. Конечно, девушку одну смыл в унитаз. Вот сейчас я и смотрю вот этот прикол, вообще набрал очень много лайков. Их это был популярный видео. О! Молодец. Я тут побегаю немножко. Смотрите, я около охранника бежу. Я за собой не могу встать. О, повезло, повезло, опять повезло, повезло. Обожаю, кстати, мем повезло, повезло. Да так что повезло, серьезно? Еще раз. Точно, понял, сюда, поло. Давай поло, давай поло. Тут, точно. Тут! Вот крутые гонки бы устроить. Наверное, здесь. Точно. Вот, сюда. Походу, сюда! Ну, короче, так бежать. Отбежать и... Ну! Есть! Ладно, ребят, всем пока, скажите.